Здравствуйте, девчата из Чудо-клубочков. Сегодня хочу вам показать, как обещала, на вязание парных вещей на круговых спицах по системе Magic Loop. Для этого нам понадобятся, собственно, спицы на леске. Леска желательно подлиннее. Короткая леска не пойдет для этого вязания. Желательно подлиннее. Клубочки. Для вас я взяла разного цвета, чтобы вам было понятно. Парные. Вы будете брать одинаковый цвет. Вот еще хотела такую хитрушку рассказать. Ну, наверное, наши, может быть, бывалые вязальщицы знают, а новенькие, вновь присоединившиеся, может быть, и не знают. Для того, чтобы клубок не прыгал по столу или по поверхности, когда мы снимаем этикетку, вот с этого я сейчас сняла этикетку, вот это вот, которая у нас вот так заделывается, пехорка, каприз детский. Изнутри вот здесь нужно вытащить кончик ниточки. То есть мы будем вязать не с наружнего конца ниточки, а с внутреннего, который внутри у нас. Вот из этого. Поэтому у нас он будет вот так вот вытаскиваться и не будет прыгать клубок по столу. Ну что ж, приступим. Мы набираем, берем спицы по толщине пряжек, соответственно, или пряжу, соответственно, толщине спицы. Вот. Но я буду для показа просто тоненькую нашу пряжу в одну ниточку, желательно ее в две ниточки вязать для деток, для наших торопыжек. Вот. Но я буду в одну, так как мне показать надо вам. Поэтому для этого я не буду использовать две нитки, там, чтобы не путаться. Вот. Потому что видео короткое. И длинно не снимешь. Значит, вот этот короткий кончик, который мы его кладем, ниточку на большой палец при наборе. А длинный на указательный. И кто-то, может быть, на 2 привык спицы набирать. Ну, давайте наберем на 2. Я вообще привыкла на одной спице набирать, чтобы не мучиться. И так наборный край получается не сильно растянутый. Вот. А в следующем видео могу показать, как я вяжу носочки, ну, вообще резиночки все, край как магазинный с дополнительной ниткой. Вот, возможно, что сниму следующее видео. Это будет, ну, как бы очень эластичный край и очень удобный для всех изделий. Он очень удобный. Итак, приступим. Значит, мы набираем для наших носочков 28 петель. Раз, одна у нас есть уже. Вот когда мы накидываем вот так петельку на спицу, это уже одна петля. Поэтому мы, когда набираем первую, она уже считается как за 2 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Так, вот первый ряд набрали, первое изделие набрали. Сдвинули его аккуратно на спицу и начинаем набирать второе изделие. Вот голубой я возьму для контраста. Также короткую на большой палец ниточку, а длинную с клубка на указательный. И набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28. Так, теперь мы что делаем? Мы вытаскиваем одну спицу, любую. Так вот, вытащили. И два вот этих изделия сдвигаем практически на середину. Вот, теперь ищем в каждом изделии, ищем серединку. У нас было 28 петель, мы отсчитываем 14. 2, 4, 8. 10, 12, 14. И вот так вот берем спицу
И делаем петельку нашу Magic Loop, наша магическая петля. Вот она. И также на втором изделии тоже считываем 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И точно так же делаем петельку, вытаскиваем. Вот у нас получилось 2 петельки, 2 изделия. Теперь для того, чтобы у нас лицо смотрело на нас в нашем изделии, мы берем изделие, вот так вот, как мы набирали, и переворачиваем его. Так вот, перевернули. То есть у нас получается было, в правой руке у нас был набор фиолетовый, а в левой был набор голубой. А теперь у нас поменяется набор фиолетовый и голубой. И проверяем так, чтобы у нас спицы, вот когда, так, секундочку, так, угу. Чтобы спицы у нас, когда мы повернем, на спицах у нас был лицевой набор, вот, смотрите. Вот, лицом смотрел набор на нас. Видите? Косичкой лицо. То есть вот изнанка, а это лицо. Вот это лицо должно быть. Здесь изнанка. Но когда мы повернем, там должно быть лицо. То есть вот здесь лицо и здесь мы также должны спицу нашу повернуть, чтобы у нас здесь было тоже лицо. Видите, лицо. А с этой изнанка. Вот, у нас получилось вот так. Видите? Вот, начинаем вязание с фиолетового клубка. Вот этой спицы с фиолетового клубка. Я беру две нитки. Вот, ну, то есть хвостик наш я ввязываю всегда. Я его никуда не оставляю, чтобы потом не заправлять его. Остатки просто обрезаю. То есть вот так же по этому принципу. Вот первая петелька у нас. И мы провязываем лицевой. То есть берем за переднюю стенку, провязываем лицевую, мы вяжем резиночку. Так, лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, за переднюю стенку, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот довязали мы до последней петельки. Теперь мы берем, вот смотрите, довязали. Это у нас короткий кончик. Теперь мы берем и вот эту спицу так вот подтягиваем сюда. А эту спицу, где у нас ниточка, мы ее наоборот вытягиваем. Так вот, таким образом, но не сильно, аккуратно, смотрите, чтобы у нас со второго изделия вот эта петелька осталась в серединке. И берем, смотрим, проверяем, чтобы у нас было лицо, видите, лицо. И здесь, так мы закончили, здесь у нас какая петелька была? Изнаночная вот у нас была, видите, вот она изнаночная. Вот, изнаночная. Теперь мы, значит, здесь вяжем лицевую, также за переднюю стеночку. Лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. И изнаночную. Так как у нас там начиналось с лицевой, то логически у нас закончилось здесь на изнаночной. Теперь берем вот наше следующее с этой же спицы, вот с которой мы сейчас связали половинку нашего фиолетового вязания. Берем голубое, проверяем лицо. Видите, лицо. И берем две этих хвостик. Хвостик тоже вместе с основной ниткой берем. И начинаем также вязать лицевая. Провязываем все петельки вот с этой спицы. Лицевая, изнаночная. Так, ничего не видно. Лицевая, изнаночная. Так,
изнаночная, лицевая, изнаночная, так, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот видите, мы с этой спицы связали. Теперь мы берем вот эту спицу, держим в руке и аккуратно, аккуратно протягиваем. Вот смотрите, тянем нашу вторую спицу, на которой мы вязали, вытягиваем ее. Вот, чтобы нам с нее связывать, вот с этой спицы. А эту мы, наоборот, спицу, на которой мы сейчас, вязали, вот у нас хвостик остался, видите? Мы ее вытягиваем, наоборот. А эту спицу подвигаем сюда вязание. Смотрите, чтобы эта петля не выскочила. Поэтому здесь нужна длинная леска. Проверяем. Видите, лицо, не изнанка. Лицо, изнанка, вот. Видите? Это лицо. И снова вяжем. Там у нас закончилось на изнаночной. Идите на изнаночной петельке. Закончилось. Покажу. Вот. На изнаночной. Теперь здесь вяжем лицевую. Маленечко чуть-чуть подтянем. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Хвостик наш уже отвязался туда. Просто вытянем его и все. Потом отрежем его. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот голубое изделие мы закончили вязать. Снова подтягиваем петельку аккуратненько. Вот спица у нас в руке, на которой у нас сейчас будет фиолетовая. То есть это первое изделие у нас было. Берем. Смотрите, здесь мы начали вязать с лицевой петельки. Вот она у нас лицевая петелька. Здесь у нас двойная нитка получилась, потому что мы взяли хвостик. Вот так слегка ее подтягиваем. Подтягиваем слегка и провязываем. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. То есть вяжем до конца ряда. Вот, довязали до конца спицы, провязали последнюю петлю. Это у нас остается в руке. Держим ее левой рукой. Правой рукой подтягиваем нашу спицу, с которой мы сейчас связали. Вот эту. Мы сейчас на ней разворачиваем вот так вязание. На ней сейчас будем вязать. Вот на этой спице. Так, сейчас, секундочку. Вот на этой спице. То есть всегда должны мы помнить, что при заканчивании, когда мы довязываем до петли, мы всегда вытягиваем ту спицу, вытягиваем, на которой у нас нитка. А ту, которой у нас нет нитки, на которой мы собираемся вязать, мы ее себе поближе подтягиваем. Так, не забываем прослеживать, чтобы у нас второе изделие с петли не слетело. Вот, и здесь снова провязываем то же самое, лицевая, изнаночная, лицевая. Также вяжем резиночку. Я не вяжу двойную резиночку. Мне она не нравится. Ну, может, кому-то нравится. Рыхлое сильно получается изделие. Мне больше нравится одна в одну. Ну, может, кому-то нравится две в две. Тоже вариант. Довязали. Смотрите, довязали. Снова мы вот эту спицу вытягиваем аккуратно. Подтягиваем вот это изделие голубое наше. И вот на нем у нас сейчас изделие, которое мы вязали вторым. Вот. Подтягиваем сюда. И вот этой спицей, на которой у нас фиолетовое изделие, вот, снова начинаем провязывать наше второе изделие. Лицевая, изнаночная. То есть резиночку вяжем ровно до того места, ровно до того места, где у нас петля. Вот она, петля.
сейчас еще раз покажу вам, как она вытягивается. И все, на этом можно и заканчивать. Потому что все изделие, в принципе, и пятка. Я вяжу, мне вообще нравится вязать носочки, которые резиночкой вяжутся. Так, вот закончили. Эту спицу держим в руке. Эту спицу аккуратно вот так вот вытягиваем. На которой мы сейчас будем вязать, мы ее подтягиваем. Переворачиваем. Так, вот спица, на которой нитка. Вытягиваем чуть-чуть. Следим, чтобы здесь у нас ничего не вытянулось. Эту продвигаем сюда. И снова начинаем продолжать вязать резинку нашу. Вот. Лицевая, изнаночная. Мне нравятся больше резинки. Ой, носочки вообще связанные просто резиночкой. Почему? Они очень хорошо облегают ножку. Я даже взрослые носки своим мужчинам, ну и девочкам, вяжу тоже резинкой. А вот вы попробуйте связать резинкой. Я даже пятку вяжу резинкой. И посмотрите, как оно отличается и насколько оно удобно сидит на ножке. Так, вот здесь вот смотрим, чтобы не соскочила петля. Ну, если она соскочила, ничего страшного. Вы просто отсчитаете 14 петель также и вытяните. В этом ничего страшного нет. То есть вот мы голубое довязали изделие, подтянули нашу лесочку. Вот. От фиолетового изделия, значит, находим спицу. Вот она у нас. И снова начинаем вязать. Так же, как и вязали. Так, что-то у нас тут с ниткой. Проблема какая-то. Вот. Желательно, чтобы у нас поближе, вот сюда вот поближе было расстояние, чтобы у нас не было вот здесь таких дырочек. Ну, вообще, когда с лицевой, оно удобнее, то есть подтянуть удобнее, чем изнаночную. Видите, подтянули и все, ее уже незаметно. Вот уже практически и резиночка готовая. Вот. Точно так же можно вязать как 2, так и 4 изделия. То есть можно сразу вязать, в принципе, 2 пары. Главное, чтобы была леска подлиннее, чтобы ее было удобно продевать. Вот, довязали. Эту оставили в левой руке, держим. Правой рукой вытягиваем леску, которую мы будем вязать. Вот. Туда ее. Ближе к вязанию. На которой у нас ниточка, вот эта спица, мы ее вытягиваем. И продолжаем наше вязание вот на этой спице. Снова лицевая. Вот все по такому принципу и вяжется. Я думаю, что понятно. Если непонятно, девочки, ой, камера упала. Если непонятно, то вы пишите. Я могу со с вами созвониться по WhatsApp. И прямо по WhatsApp, по видеосвязи могу с вами подкорректировать, что вам было непонятно, показать. Вот таким образом можно вязать комбинезоны бесшовные совершенно, кофты бесшовные. Вот. То держим здесь, вытягиваем. Ну и так далее. То есть вот у меня вылетело. Мне надо будет опять отсчитать 14 петель, чтобы вот так сдвинуть спицу. Вот лицо нашего вязания. Всегда проверяйте, чтобы это было лицо. Косичка вот здесь. Берем отсюда вот так вот. И снова вяжем второе изделие. Очень удобно. Почему удобно вязать на Magic Club? Я уже говорила. Потому что вязание получается одинаковой плотности. То есть, что тут я напутала? То есть, когда мы вяжем по отдельности изделия, то у нас разная толщина. И, как правило, у нас получается одна варежка толще или носочек один толще, другой там длиннее. Там вот так вот получается. А при вот таком вязании получается плотность одинаковая. И парные изделия у нас получаются одинаковые. Вот показываю вам одно изделие, второе изделие. Ну все, на этом я закончу вязание свое. Сейчас я могу показать, пока у меня малыш спит. Мой ученик школы, к сожалению, закрылись, поэтому мы дома. Вот, я сейчас покажу, как набирается
и провязывается резинка, как магазинная. Может, кому-то интересно, может, кто-то и знает, а может, кто-то не знает. Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. До свидания.